Атака украинских морских беспилотников на российский патрульный корвет «Сергей Котов» во вторник стала последним примером успешного использования ВСУ этих высокотехнологичных устройств, которые спроектированы и изготовлены в Украине. Надводные аппараты «Магура» с низким радиолокационным профилем начинены взрывчаткой, оснащены GPS и камерами. Украина утверждает, что стала первой страной, которая в рамках сверхсекретной операции создала специальное подразделение, занимающееся производством дистанционно управляемых катеров без экипажа, и первой, кто применил новое оружие в ходе морской атаки. Це дрон з новими, покращеними, значно покращеними морхідними властивостями і спроможностями, який точно зможе доставити корисне навантаження понад тонну на дистанцію понад 1100 кілометрів. Інші параметри я поки що не можу вам їх озвучувати, але ми притримуємося такої стратегії, що це має бути універсальна платформа, на якій ми будемо розміщувати і вже розміщуємо дуже цікаве озброєння. По сообщениям СМИ, украинская разведка работает над тем, чтобы поставить на беспилотную платформу средства ПВО. Киев надеется, что эти катера стоимостью в сотни тысяч евро отправят на дно еще не один многомиллионный корабль противника.